Никит, сегодня получилась очень напряженная игра против старого знакомого соперника. Скажи, почему не удалось сегодня удержать победу при очень хорошей игре? Мы учли ошибки прошлой игры, справились с прессингом в своей зоне, создали на контратаках очень много хороших моментов. И соперник нас простил в некоторых моментах. Если честно, даже в одно время подумалось, что можем победить, справиться с давлением. Но не получилось. Ничья тоже очень хороший результат. Вообще, ожидали от команды Прилука такой игры? Хотя, по сути, матч ничего не решал, но при этом получилась очень напряженная борьба, и победить мог любой из соперников. Мне кажется, соперник нас изначально недооценил, и в принципе, турнирная ситуация была такая, что играть команде не нужно было, в принципе, в тот футбол, который она обычно показывает. Но, кажется, когда в середине второго тайма летишь от явного аутсайдера, и мяч в ворота вообще не идет, тут самолюбие это задевает, и команда включается на полную. Вообще, как можно оценить выступление своей команды? Все-таки последнее место, одно очко, это далеко не то, на что вы рассчитывали, заявляясь на турнир. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали, но этот матч нивелировал негативное впечатление от игры команды, потому что мы поняли то, что можем сражаться с сильными соперниками на равных. Как думаешь, Прилука может стать главным претендентом на победу в Кубке? Главным нет, но одним из главных, да, может. Как мы сегодня видели, телеги пропустили, значит, их можно обыграть. Спасибо.